И на этой неделе была еще одна акция протеста. Митинг отчаявшихся людей, для которых цена чиновничьей подписи – это их жизнь. Сотни онкобольных украинцев брошены на произвол. Ведь сделать пересадку костного мозга они могут только за границей. Но стоит это очень дорого. Тем, кому повезет, операция оплачивает государство, но деньги закончились. И на этой неделе депутаты должны были внести изменения в госбюджет. Тяжело больным необходимо около 500 000 000 гривен. МОЗ просила 420 миллионов. Депутаты дали половину. Почему в других странах на лечении онко давно зарабатывают деньги? В том числе и на украинцах, которые пополняют бюджеты иностранных клиник, а у себя на родине обречены на смерть. Любовь Кукла продолжит. Мы за життя! Мы за життя! Сколько стоит человеческая жизнь? Для этих людей цена вполне конкретна. Тысячи украинцев ищут средства на лечение за границей, потому что на родине их спасти просто не могут. Пересадку костного мозга в Украине взрослым попросту не делают. И для многих последняя надежда – государство. Помощи от Минздрава ждут 93 тяжелобольных пациента. Около 30 дел на рассмотрении. На всю цю кількість людей, щоб їх всіх пролікувати, вилікувати, врятувати життя, потрібно за нашими підрахунками 470 мільйонів, за підрахунками Ульяни Супрун і МОЗу це 420 мільйонів. Мінімум 100 тисяч євро. Іменно стільки стоїть життя онкобольного чоловіка. Ці люди – родственники тяжелих пацієнтів. Вони вийшли на протест, ведь деньги на лечение от государства закончились ще весною. Времени ждать у них просто нет. Счет пошел на неделі. Среди отчаянных и Жанна Остапчук, у ее мужа Игоря лейкемия. В свои 28 парень прошел 4 химиотерапии. На это ушло 500 000 гривен. Семья потратила на лечение все. Но самое страшное, процедура Игорю не помогла. И сказали, что потребна трансплантация кісткового мозга. Да, терминово. После чего мы звернулися, почали шукати. Да, звернулись декілька варіантів, прокрутили нам. Якби ціна якість, найдешевший варіант предложили в Туреччині за 110 тисяч доларів. Но таких денег у Игоря и Жанны нет, а операцию нужно было сделать еще месяц назад. И дали нам месяц. Месяц знайти або кошти, або гарантийный лист від МОЗу. На жаль, МОЗ гарантийного листа нам не дає. Нас тільки поставили на чергу. Эту очередь тяжелобольные уже давно окрестили очередью смерти. Ведь без гарантийного письма, в котором государство обязуется оплатить больному операцию за границей, в ожидании денег на лечение пациенты попросту погибают. В минулому, позаминулому роках таким пациентам, чтобы швидко отправить их на лечение, выдавали так называемые информационные або гарантийные листы. Де було вказано, що так, держава профінансує, от пацієнт, який потребує лікування, клініка бере, держава потім профінансовує. І пацієнта врятують життя. В цьому році така практика чомусь припинилась. Що це таке? Надіятися на спасіння знає Ірина Заславець. Сейчас Іра – успішний телекореспондент і звісний волонтер. Вона допомагає онкобольним людям, тому що сама добре знає, як це – боротися за життя. 8 років тому Ірі поставили діагноз – лімфома. В Мінздрав за допомогою вона навіть не намагалася звертатися. Від пересадку костного мозга треба було робити срочно, а часу чекати допомоги від держави не було. На лікування Іри гроші збирали всей страной. Велика взагалі вдячність всім моїм друзям, колегам, журналістам, які на той час просто об'єдналися навколо мене. Так? Сюжети на одному, на другому, на третьому телеканалі, якісь повідомлення в ЗМІ, в газетах, якась моя районна газета писала, в інституті оголошення. І друзі тата підключилися. От якось всім разом оцю суму вдалося знайти. За лічення в Германії, де спасали Іру, її сім'я уплатила 100 тисяч євро. Тепер дівчинка шутить. Она бесповоротно здорова и уверена, после болезни стала только сильнее. И сейчас обязана помогать другим, поэтому стала волонтером. А пока единственные, кого еще можно спасти в нашей стране, это дети. Делать пересадку костного мозга в Украине разрешено лишь людям до 18 лет. Но есть одно но. Донором может быть только родственник. Это одна больница на всю Украину, где делают пересадку костного мозга детям. Здесь в среднем в год врачи спасают жизнь 30 маленьким украинцам, но сознаются, этой цифрой хвастаться невозможно. Ведь нужно в разы больше. Это Даша Дерекит, ей всего 11. У девочки лейкемия. За 2 года малышка прошла 4 химиотерапии, а в итоге и пересадку костного мозга. Донором Даши стала мама. Она сильно хочет пирожки. Ты хочешь пирожки?
А с чем? Как бы цинично это ни звучало, но Даше повезло. Ей хватило и места в больнице, и медикаментов, чтобы пройти лечение. А вот что ждет остальных деток? Врачи говорят, ситуация на грани катастрофы. Вот сейчас, вот на данный момент, у нас ситуация с медикаментами такова, что то, что было, у нас заканчивается. Новых поступлений нет. И может так случиться, что там через месяц, через два у нас вообще ничего не останется. Осталось этих наборов буквально на 3-4 недели работы. Когда они закончатся, мы больше не сможем делать для наших пациентов тромбоконцентрат. Если не будет тромбоконцентратов, пациенты, соответственно, могут погибнуть, если им не будут делать трансфузии. Ситуация в целом настолько печальна, что даже здесь, в единственном месте, где детей могут лечить от рака крови в Украине, малыши умирают даже в очереди за свободной палатой. Нуждаются в трансплантациях намного больше. В 3-4 раза больше детей. Иногда бывает так, что у нас все места заняты в отделении, а кому-то вот из регионов нужна трансплантация, приходится ждать какое-то время. Или всем миром собирать деньги на лечение за границей, ведь на помощь от государства надеяться не приходится. Любовь Кукла, Владимир Дедов и Богдан Саврудский. Подробности недели. Телеканал Интер.